Добрый день. Сегодня мы проведем очередное заседание по поводу холодного ядерного синтеза и новостей, которые в нем происходят. События происходят в мире сногсшибательные. Как ни странно, практически сейчас впервые Андрей Росин является ньюсмейкером номер один, хотя мы за 5 лет к этому совершенно привыкли. На первый план выходят совершенно другие люди, совершенно другими технологиями. И я сегодня расскажу про две фундаментальных вещи. Первое – это, разумеется, то, что происходит с Росси. Это первая часть наша, наименее интересная. Вторая часть – это наиболее интересная. Это пресс-конференция, которая была неделю назад, и статьи, которые не связаны. Господ – это все российские химики, которые зовут их так, Тамара Сахно, Виктор Курашов и Владислав Карабанов. Карабанов – руководитель, а, собственно, исследователи, которые этим занимались, Тамара Сахно и Виктор Курашов. Они говорят о хэд-династии, по-моему, это значит мать и сын, возможно. Вот такая вот ситуация. Она произошла 21 июня этого года в Женеве. И было сказано, что вступительные условия Владиславом Карабановым, что мы вступили в новую эру. Действительно, фундаментальный технологический переворот, сравнимый с изобретением электричества. Это может показаться странным, что, как, такое. Но я могу сказать, изучив все эти данные, что Владислав Карабанов по большому счету поскромничал. То, что там предложили, и ту технологию, которую представили на пресс-конференции, которая, судя по всему, работает, то она, конечно, произведет впечатление, переворот в мире гораздо больше, чем произвела появление электричества. Это так важно, надо отлично понимать. Речь идет о том, что они научили достаточно высокий класс бактерий, живущих в сильно кислых средах и во всяких рудах, в том числе урановых, эффективно перерабатывать уран-238, а также совершенно ненужные такие же, как и уран-238, изотопы тория, высокоактивные всевозможные актиноиды. Вот такие вот эти штуки. Сначала я все-таки поговорю о том человеке, который всем уже очень сильно надоел, то есть об Андрее Росси. На сегодняшний день он предложил совершенно новую установку, нацеленную в первую очередь на прямое производство электричества. Назвал ее QuarkX, и он абсолютно прав. И наконец-то у него, спустя уже много лет, с той поры, как он нам раскрыл эти данные по поводу гидрокарбоната алюминия, у нас на коне того замечательного швейцарского эксперимента появились новые данные какие-то, с теми, которыми физик-теоретик, меня может работать. Что он предложил? Берется тоненькая проволочка, это вся его установка. Вот такая проволочка крохотная, 3 см в длину и 1 мм в толщину. После этого она проходила ее недельный цикл, таких проволочек было 3, и она выделила энергию, очень маленькую, 100 ватт. Но там было очень интересно, он таких цифр никогда не обнародовал, что потребляла электроэнергия сети всего 0,5 ватта. То есть она в 200 раз больше выделяет всевозможной энергии, чем потребляет. Свет примерно, в зависимости от режима работы, до 1/2 мощности. Электричество примерно 10%. Это тоже достаточно важно. То есть у него коэффициент только по одному электричеству составляет 2000%. Это штука, с которой можно работать. И тепло. Оно, можно в различных режимах 100% каких-то вот столько. Цилиндрик разогревался до 1500 градусов. И самое главное, что нам очень интересно и очень важно, это то, что они в нем дырочку проделали и смотрели, что происходит через волновод. И там было интенсивное сияние синего цвета. Что это означает для нас? Это означает, что идет излучение, я специально ее посмотрел, синего цвета, где-то мне тут записан. Это где-то от 1,5 до 2 электрон-вольт такого сияния. Записал, и не записал. Такого рода у нас сияние происходит.
И это сразу же позволяет сделать определенного рода выводы. Эти выводы, они состоят в следующем, что процесс очень начинает напоминать излучение G-электронов. Значит, я раньше об этом говорил, употреблял термин G-электроны, но это было неправильно. Вообще говоря, когда мы смотрим на весь холодный ядерный синтез, почему у всех физиков выделяет он такое удивление? Дело не в аномальном выделении, не в трансмутации элементов, а в отсутствии всевозможного вредного гамма-излучения. Вот. Это как бы вещь чрезвычайно важная и чрезвычайно интересная. Но всегда ли во всех ядерных реакциях не происходит вот подобного рода вредное излучение, то есть гамма? То есть, например, это электроэнергии выше 100 килоэлектронвольт. Ну а для ядерных реакций 2, 5, 10, иногда 30 мегаэлектронвольт совершенно возможно. И если люди постояли около такой проволочки бы, и там было такое излучение, то они бы все давно бы умерли. Есть очень специфический класс реакций, связанные в первую очередь с переходом части ядерных изомеров в основное состояние. Что такое ядерный изомер? Это когда у тебя он, допустим, обладает таким же количеством нейтронов и таким же количеством протонов, как и основной элемент, ну, допустим, тантал, да, 73. Вот. Но оказывается, что у него стабильным является не основной уровень, то есть низкоэнергетический, а более высокий. Но он стабилен абсолютно только в одном случае, в случае того самого тантала. Есть большое количество примеров, когда он живет, ну, скажем, там, больше одной минуты. По ядерным масштабам это очень долгое расстояние, практически вечность и так далее. Но почему он интересен? То есть как бы у нас получаются как бы две модификации основного состояния. Что здесь интересно? Что в некоторых случаях, а тантал является, например, исключением, потому что никакими силами, кто бы там ни говорил, мы не можем перевести это основное состояние, то есть этот изомер в низколежащее основное состояние, которое, кстати, легко распадается. И это тоже является загадкой. А в других случаях происходит либо гамма-излучение, связанное только с этой энергетической разницей небольшой, либо происходит только, значит, испускание электрона. Почему происходит испускание электрона? А вот физики очень любят в последнее время такое слово, как виртуальный. Там в системе, говорят они, возникает виртуальный гамма-квант. И этот гамма-квант всю свою энергию передает на один из электронов оболочки. Он его передает, и электрон этот улетает. Но он обладает, ну вот, 100 киловольтным, мегаэлектронным диапазоном энергии. Ну вот каков разница в уровне, потому что я видел близкорежащие уровни основного изомера, ну скажем там 77 килоэлектронвольт и так далее. Вот он улетает. А вакансию эту занимает как бы электрон с более высокой оболочкой. Ну, например, и тогда у тебя как бы возникает вот это свечение, то есть на разность вот этих отношений у нас возникает вот этот крохотный фотончик излучается. Ну, например, 1,5-2,3 электронвольта, то есть синему цвету, он нигде у нас особо прописываться не может. Я вот примерно прикинул, где, что будет, по-моему, эту бумажку не взял с собой. Но мы можем сказать, что, быть может, вполне вероятно. Вот, значит, что наиболее вероятно? Значит, для никеля формула возникает 3D8-4S2, его последних электронов, формула его валентности. И вполне возможно, что у него улетает D-электрон вот этот самый, он становится вот таким высокоэнергетичным, А с уровня 4S туда опускается один из электронов. И за счет этого возникает подобное вот светение, цвет синий. Надо это проверить, я просто мне негде было проверить до сих пор. Но по всей видимости механизм именно такой. Обратите внимание, что этот антиенный свет одного совершенного цвета. Одного. Это узкая такая достаточно полоса. И он связан с тем, что у нас в этой системе возникает вторичный электрон. Этим и может объясняться патологичные, вот всевозможные странные реакции, вот эти наши Ленра и Хиас и так далее, и так далее. Они вот именно этим и могут объясняться, тем, что у нас, по большому счету, испускается ядром виртуальный гамма-квант, и после этого
этот виртуальный гамма-квант возбуждает один из электронов, а может быть и несколько, и может быть несколько гамма-квантов испускается, и они вылетают. А после этого эти локации занимают таким образом у нас внешние электроны вот того самого никеля. Хочу обратить ваше внимание, что я раньше называл этажи электронами, но это не так. А же под этажи электронами объясняется простая ситуация, когда у тебя есть атом, ты за его рентгеном или гаммой возбуждаешь, убиваешь с нижних уровней один из электронов, и вот он туда вот это улетает, это будет этажи электрон. Но там возникает точно такой же эффект. С внешней оболочки электроны опускаются ближе к ядру, на место выбитых вакансий, и значит после этого у нас оказывается блестящая картина, связанная с определенного рода излучением. Но это, и вот нам в данном случае очень сильно повезло, что это видимый свет. Потому что, вот, например, чтобы ионизировать водород, надо потратить 13,6 электрон-вольта, то есть это вне светового интервала это находится дело. Ну и точно так же я примерно прикинул для лития, хотя там сложно точно посчитать. Там тоже нет электронов, которые дают синий свет. Поэтому подозрением либо алюминий, либо у нас, соответственно, 3D-оболочка у никеля. Значит, еще что я хочу заметить по этому поводу. По этому поводу, почему именно D? А потому что у нас есть закон сохранения момента импульса орбитального. И как раз электроны у переходных металлах вот на этой, на 3D оболочке, они могут давать нам необходимый компенсирующий орбитальный момент. То есть нам надо, чтобы если у нас электрон, если у нас ядро скидывает какой-то определенного орбитальный момент, то этот орбитальный момент должен чему-то передаваться. Если подобного рода вещи не будет, вот этой передачи, то будет нарушаться закон сохранения момента импульса, и реакция станет, ну, вообще говоря, невозможно, ну, в квантовой механике почти невозможно. Вот такова. Поэтому мы даже, когда сегодня будем говорить про биохимические вот эти самые вещи, про более интересные, чем установка оси, то точно так же там в качестве некоторого катализатора подмешиваются переходные металлы. Как самые дешевые, люди используют железо. Здесь используется никель. Я опять повторяю, что синий цвет вот указывает, похоже, что вот на такой процесс. И этот процесс легко объясняется. Объясняется он следующим образом, чтобы мне не рисовать. В самом деле, у нас закона сохранения числа частиц, то есть у нас нету, то есть у нас оператор числа частиц не коммутирует с гамильтонианом системой света. Это означает, что мы можем попытаться разложиться по шаровым функциям, то есть по собственным функциям момента импульса. То есть берем плоскую волну фотона, ее раскладываем, и там будут члены всевозможные. Дипольные, квадрупольные, октопольные и так далее, и так далее. И когда у нас происходит излучение гамма-кванта всегда соответствует это орбитальному моменту ядра. То есть разница между начальным состоянием и конечным орбитальным. И в нем всегда оказывается, что идет именно то излучение, которое должно быть. Вот, например, изомеры, про которых сегодня я говорил, они характерны тем, что изомеры, вот эти два уровня, они очень отличаются большим там, показателем момента. Ну, например, там может быть момент у основного у изомера 9, а у основного состояния 2. И тогда, соответственно, фотон должен в гамма-квант унести семерку. А семерку ему унести очень тяжело, потому что это будет разложение в ряда члена очень высокого порядка, и вклад которых маленький. И в результате вот у нас изомерный уровень живет очень, очень долго. Точно так же он может перейти с уровня на уровень, выплюнув электрон из внешней оболочки. Но для этого, то есть попадает в него виртуальным гамма-квантом, выкидывает электрон из внешней оболочки, эту вакансию занимает другой электрон, который спускает небольшое сияние оптического диапазона. Вот, такова скорость. Но они должны были делать так, чтобы момент импульса, который уносит вот этот самый электрон или несколько электронов, он опять был равен разнице между первичным состоянием и с конечным состоянием ядра. Вот такова, значит, эта теория. Поэтому я когда-нибудь об этом расскажу более-менее подробно. Сегодня у меня просто обзор по
холодному ядерному синтезу. Вот такова, значит, у нас ситуация. Ну, вообще говоря, конечно, Россия погряз во всевозможного рода судах, во всем прочем. Общество от него очень сильно устало. Сейчас он показывает какие-то новые данные, и тишина. Поэтому мы сейчас переходим ко второй части нашего марлезонского балета. Итак, пресс-конференция Тамара Сахно, Виктора Кувашова, Владислава Карабанова. Значит, я расскажу о некоторых вещах. Вначале я коротко объясню, что же они там такое сделали и как с этим жить дальше. А потом, как говорится, то, что умного на уме, то философского штурма на языке. Я расскажу про возможность боевого применения, то есть каким образом у нас вся социальная структура общества под этим делом изменится. Не только энергетическое что-то, но еще социальное. Мы понимаем, что демократия появилась тогда, когда, по большому счету, когда появились массовые армии. Одно ружье, один голос. А сейчас может оказаться так, что небольшая какая-нибудь сплоченная группа товарищей, человек 10-100, при очень небольших деньгах и финансированиях, может быть сопоставима по своей боевой силе с целой армией. Вот если вот чеченцы воевали, например, известными тройками, то есть автоматчик, пулеметчик и снайпер, да, то теперь опасность могут предоставлять тоже тройки, то есть физик, химик и биолог. И втроем они, значит, могут иметь, ну, скажем так, легко обладать ядерным потенциалом, примерно таким же, как современные США или современные Соединенные Штаты Америки. Вот, значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что есть у нас бактерии, которые живут в очень странной среде, то есть они живут, например, во всевозможных рудах, медносодержащих, железосодержащих и ураносодержащих. Их достаточно высокий класс. Про них мы уже очень давно знаем, но большинство этому, конечно, не верит, что очень многие бактерии, в том числе и такие, могут заниматься трансмутациями и преобразованием химических элементов. Особенно здесь очень хотелось бы подчеркнуть работы замечательного российского физика, преподающего в Киеве в университете Тараса Шевченко, Владимира Ивановича Высоцкого. Вот такие вот вещи. Он опубликовал много работ на эту тему, монографию, его эксперименты, которые он там описывает, безумно элегантны. Ну, например, у нас там есть Мизбаровский изотоп железа, да. Если его нет, то его и нет. То есть методом Мизбаровской электроскопии показано, что его нету. А дают ядра бактериям, которые из двух кусков могут этот Мизбаровский изотоп собрать. И дают им там попитаться, то есть в раствор туда добавляют. И через некоторое время в этой самой сухом этом уже высушенном растворе бактерий Мизбаровский изотоп железа появляется. По-моему, очень красивый, яркий эксперимент. Ну, там были и другие эксперименты, масс-спектроскопия, всем прочим, прочее, прочее. Значит, вот знаете, господа Тамара Сахно и Виктор Кувашов, они перевели эту самую технологию на промышленный уровень. Ну, что значит промышленный уровень? Ну, например, я интересовался полоний-210, сколько в мире в год производится. Кто-то говорит 100 грамм, кто-то говорит 10. Непонятно. Но, по крайней мере, речь идет о 100 граммах. Их технология позволяет вот в пробирке за несколько дней вырастить, скажем, те же 10-15 граммов в одной 300-граммовой пробирке практически очень легко и просто. То есть у них производство по целому ряду изотопов одной их лаборатории превосходит, а получается у нас все производство мировое вот этих самых изотопов. И ясно, что тот и любимый аргумент Римского-Корского, заместителя директора радиоинститута, направленного к нему к России, когда там оказалось, что
литий-7 куда-то девается, появляется литий-6. Что типа он их принес и из рукава подсыпал. Вот так не подсыпешь, потому что то, что там появляется, например, технец, 1 грамм стоит 45 миллионов долларов. И они это на лабораторию носили. То есть в одну лабораторию на полмиллиарда долларов изотопов отнесли, в другую, получается, другую лабораторию на 45, куда-то на 10, куда на 5. Откуда они столько взяли? Ну, кредит, по всей видимости, взяли. Они, конечно, взяли не кредит, они их изготовили, то есть эти трудолюбивые бактерии, которые у них работают, они все это дело и приготовили. Как они это готовят? Берут суспензию, то есть 10% воды добавляют, в какую-то руду, урановая руда, допустим, из отвалов. Это означает, что вот это берется та самая руда, из которой наша самая вкусная, 235-й Урал, уже извлечен, то есть там остался совершенно ненужный 238-й. Но его-то немного, его всего 3 килограмма на тонну. Берется это дело и перемешивается. И после этого у меня начинается процесс некоторых превращений. И во всем появляется, чего только не появляется. Там и проактин не появляется, и актин не появляется, и аполлоний. То есть каждый день у вас доминирует какой-то элемент. Если процесс не превращается через некоторые, то он переходит там в стабильные элементы. Не знаю, во что, возможно, что в свинец, я не посмотрел в табличке. Ну вот, например, помню, на девятый день у нас вот этого самого аполлония 210 в одном из экспериментов оказалось аж 20%. При том, что тот груз, который они анализировали, там было этого урана 60%. Все остальное добавляется. Железо, что-либо еще. Вот. Такова ситуация. То есть, и методами обычной химии, поскольку разделять, у них разница между массой этих изотопов достаточно существенна. Разделять их очень легко. Я, правда, не знаю как, но я верю, что легко. Можно получать просто, грубо говоря, в небольшой пробирке, порциями по 100 грамм, получать промышленное количество изотопов, которых гораздо больше, чем вся мировая промышленность производит на сегодняшний день путем облучения нейтронами, всем прочим. И кроме того, значит, оказывается, что себестоимость их, возможно, в миллиард раз ниже, чем это было. То есть дешевое эффективное топливо для атомных электростанций можно таким образом получать. Топливо обычно люди пытаются, вот урановое топливо в сборке, обогащать тем же актинием. Для чего? Для того, чтобы они дольше работали. Здесь этот самый актиний можно получать большими количествами. Это означает, что возможны прямые батарейки. Вот те самые батарейки, которые работают на марсоходах. То есть из плутония, из полония, чего-либо еще просто. Которая будет работать по 30-40 лет. Ну, для полония там 27, по-моему, не период полураспада, не помню, 210. Вот, они будут работать долго. И в результате, к сожалению, мы получаем источник энергии, который оказывается очень дешевым, очень энергичным. Ну, для примера, они приводят такие цифры, что все мировое производство электроэнергии, то есть вся, точнее, электроэнергия, да, это 150 килограмм вот этих самых актиноидов. Вот так. Ну, соответственно, им, чтобы получить такое количество, им надо переработать, ну, сейчас скажу, ну, около 150 килограмм, а не 1000, около 100-150 килограмм руды. Вот урановый из отвалов. То есть взять ее, перерабатывать, это пустяки. Это все делается на основании достаточно небольшого помещения. То есть по энергетической мощности сравнительно небольшая фабрика такая, она может заменять всю электроэнергетику современную. Плюс мы можем делать батарейки крохотные, атомные, так называемые, которые будут работать долго и делать... И можем и делать, и производить электроэнергию, и очень легкие. Ну, для примера, ну, можно построить, например, вертолет, да, который будет, или беспилотник, который будет годами летать вокруг Земли, и ему ничего не нужно будет. Вот такова, значит, ситуация. Такова ситуация. Ну, как я уже говорил, чему будет следующая часть посвящена,
Это оружие обоюдоострое. Конечно, о каком-то перевороте в электроэнергии, к сожалению, сейчас говорить нельзя. Почему? Потому что топливо ядерное, оно занимает очень небольшую долю себестоимости производства электроэнергии. Крохотную долю оно занимает. Оно действительно, его себестоимость можно там уронить в миллиарды раз при этой технологии. Но, тем не менее. Вот говорят, что батарейки для смартфонов будут делать. Ну, я бы не рекомендовал, честно сказать. Потому что найдется ухарь, который из полония 200, из аккумуляторов выковырит полоний 210 и будет шантажировать мировое правительство возможностью полноценного великолепного реактора. Это все, конечно, все выглядит как фантастика, но это так. То, что они рассказывают, это в этом как бы вот у меня на сегодняшний день нет никакого сомнения. Как это удастся остановить или замочить так называемым мировым силам зла, я не представляю. То есть джин уже вышел из бутылки, достаточно знать, что это возможно. Точно так же была вот эта самая ситуация. Ну ладно, об этом позже. Это позже. Хотел сказать про атомную электроэнергию. Про изобретение атомной бомбы. А это событие сравнимое с ним. Так. Значит, на что я хочу обратить внимание. Мы видим, что здесь опять появляются металлы переходные, похожие на те, которые работают у России и у всех остальных исследователей в их установках. То есть они используют железо. То есть, скорее всего, процесс идет тот же самый. То, что Тамара Сахно там рассказывает, это звучит, конечно, невозможным. Она полагает, что берут бактерии какие-то, и они из ядра, а не из атома, ухитряются вытягивать электрон. И он тогда бета-распадается. Они ухитряются из ядра, опять повторяю, а не из атома. Вытягивать альфа-частицу, что тоже невозможно, потому что это сумасшедшая энергия. Но она говорит, что возможно, что это так. Как здесь? В общем, есть определенного рода гипотезы. Они сам секрет не выдают, потому что чревато. Ну, вот такая вот самая вещь. Я хочу обратить внимание, что произошло по большому счету. Вот, господа, мечтали о «Газпроме» за триллион долларов о капитализации. Вот у вас готовая технология, которая с вероятностью, если с ней правильно поработать, то вот эта компания, которую они организуют, она будет стоить триллион долларов с вероятностью процентов 6-7 достаточно быстро. Вот такова, значит, безусловно, Курашов и Сахносы совершили, конечно, научный прорыв. Это является научным подвигом. К сожалению, он не остался у нас, то есть конференция была проведена в Швейцарии, и компания эта будет международной, и это действительно, если они хотят достигнуть ее высокой степени капитализации, то ее лучше регистрировать на Западе. Но то, что произойдет переворот в течение буквально нескольких лет, это бесспорно совершенно. Но есть тут еще забавное свойство, я об этом сейчас не буду говорить, выдавать уже собственные все секреты. У них, Владислав Карабанов говорит, замечает, что у них вещества эти обладают не вполне удивительными свойствами. То есть не такими свойствами, как обычные актиноиды. Совершенно какими-то другими. И это, исходя вот из всех представлений, что у них происходит, должно быть именно так. И это вполне возможно, что они там получат технеции за то, который активно используется при лечении рака, а кажется, что он обладает, что альфа-распад там может быть какой-то совсем не такой, какой-нибудь другой. И это вот все это надо проверять, потому что то, что они получают, будет немножко отличаться по свойствам своим. Но я хочу обратить внимание на простоту и элегантность метода. Берется уран из отвалов. Берутся бактерии, которые в этой среде жили миллионы, миллиарды лет. И ко всему этому привыкли. По всей видимости, в ситуацию общего голода они просто научились необходимые минералы добывать из окрестной воды. А поскольку они живут в уране, то там, допустим, то там недостатков тепла, энергии как таковой нет. И они тоже это ухитрились утилизировать. Берется вот это поколение, которое миллиарды лет специализировались на подобного рода деятельности. Добавляются при особых условиях
они проводят реакцию. Эта реакция идет долго. И каждый раз, каждый день получается что-то свое. Помню, что полоний 210 получился на 9-й день. Вот такова у нас ситуация. Ну вот, все, что я в этой первой части хотел сказать. Значит, следующая часть наша будет посвящена возможности боевому применению. Вот. Значит, о революции, о международном терроризме, об атомной бомбе. Я напомню старую историю про академика Флёрова. Значит, в свое время он с автором открыл в 40-м году цепную реакцию урана и был призван на фронт. И там, первый раз я эту историю услышал от Переслегина, когда мне было 15 лет, ему, соответственно, 25, он в школе физику преподавал. Там была история о том, что Флёров работал, был командиром разведвзвода, после этого написал письмо и, значит, был под охраной 4 истребителей, командира, значит, этого разведвзвода. Отправили в Москву. Но на самом деле он работал действительно в подразделении, занимающемся разведкой, но он был техником, техников самолетов, которые отправлялись в разведывательные полеты. Вот такова была его специальность. История все-таки тоже немножко другая. Вот он увидел, что физики, которые когда-то над этим вопросом работали, американские, перестали публиковаться в открытых средствах, в открытых журналах. И не начали публиковаться ни по какой другой теме. То есть они на другую тему не переключились. Это означает, что там происходит что-то интересное. И это что-то интересное закрыто в оборонных целях от всего остального мира. И он по этому поводу написал письмо товарищу Сталину. Ну, разумеется, Сталин это не читал, скорее всего, чиновник какой-то, не придал этому никакого значения. И это считалось, ну, ведь вы поймите, дикая ситуация, когда идет война, танки, пушки, самолеты, тротилы, вдруг тебе рассказывают, что с какой-то стати, возможно, у нас какое-то оружие, которое там в миллионы раз превосходит все действующие аналоги. Да это же сумасшествие, этого быть не может, безусловно. И наши на это не обращали никакого, ни малейшего внимания. И только до той поры, пока разведданные из Лондона не получили, не выяснилось, что англичане тоже занимаются производством вот этой новой атомной бомбы. Тогда, конечно, Флёров и компания были отозваны отовсюду, достали всех, кого могли, и начали заниматься производством, собственно, атомной бомбы. И сделали ее достаточно скоро, но сильно отставая от американцев. Сильно помогли нам в этом трофейные немцы. В первую очередь фон Ардена. Там у него в лаборатории как бы трудился Нобелевский лауреат, который потом попался на трофей, племянник Герца, который придумал, ну, да, который предложил концепцию радиоволн Герца. Точно так же он там трудился. Вот. Его технология, она до сих пор используется. Она состоит в том, что мы разделяем 238-е от 235-го урана, который нам нужен, путем многоступенчатых центрифуг. В то время как в Америке был принят другой метод, мембранный, то есть они сейчас какие-то мембраны это дело пропускали, тоже тратили большое количество энергии и в конце концов их собирали. И на сегодняшний день центрифужный метод является более-менее выгодным. И там каждому, чтобы их разделить вот, до нужных кондиций, там в цикле, по-моему, 1000 центрифуг трудятся. Они на воздушном подшипнике, и вот они их разделяют. И это очень сложно и трудоемко. Если кто-то этим вопросом начинает заниматься, какая-то страна изгой, типа недавнего Ирана, да, то это можно как бы понять, могут прилететь израильские бомбардировщики, можно при помощи санкций заставить людей отказаться от собственной ядерной программы. Это так, но совсем другое, если у тебя есть коллекция бактерий, которых ты можешь сам вывести, можешь по почте получить в коробочке. И ты можешь заставить ее в суспензии, взятых из отвалов, заставить ее трудиться, и через некоторое время, когда ты твердо это понимаешь, у тебя будет в распоряжении все, что тебе душечник пожелает. Либо проактиний, либо оружейный плутоний, либо оружейный уран, даже там лучше они получают, чем оружейный уран. Либо, значит, соответствующим образом знаменитый полоний.
Вот. Поэтому это новая ядерная программа. Оказывается таким образом, что небольшие сплоченные группы людей, десятка человек, принадлежат для очень небольших денег, там, измеряющихся миллионами долларов, ну, очень скоро, сейчас это сотни миллионов долларов, они в состоянии нарабатывать арсенал себе, сравнимый, скажем, США или России. Ну, вот Россия тоже после этого может все это производить, и США, но когда, ну, разницы не будет никакой. Потому что какова разница? Когда, сколько раз ты можешь уничтожить Землю? Один раз или сто? Почему одна черепаха, спрашивают в целом магазине, дороже, чем другая? Потому что вот эта, которая дешевле живет 70 лет, а та, которая дороже 170. Но человеку все равно, сколько она живет, 70 или 170. Вот такова разница. Значит, эти... То, что нарабатывается, его можно использовать двумя способами. Первый – террористический акт. Вот террористический акт – это просто время, например, какой-нибудь игры на стадионы, ты полоний 210 взял или распылил. Но лучше распылять не его, а лучше распылять, например, вот у меня более токсичное вещество – это протактиний 234. Вот, распадается быстро, там у него изомера. Вот 231 – самое то, 30 тысяч лет. Очень токсичен. Примерно 1 килограмм убивает 1 миллион людей. И легко себе представить, что если ты его можешь, он тебе может попасть в водопровод, он может быть распылен в воздухе. И вот очень легко и очень просто уничтожить население такого города, как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Москва и так далее. Кроме того, поскольку... почему сейчас этим не занимаются? Почему это на сегодняшний день, например, же полоний 210 изыск? Изыск шпионов такой, да? Господина Лугового и всех прочих. А потому что крайне дорогой. А теперь представьте себе, что вот это самое вещество, его стоимость и возможность его произвести упала в миллиард раз. И один химик, грубо говоря, может произвести его за сколько? За несколько месяцев может произвести там десятки, сотни килограммов. Мы можем точно так же производить и оружейный уран, оружейный плутоний. А для оружейного плутония там около 2-3 килограммов достаточно, чтобы собрать бомбу. Точно так же. И мы тоже представляем себе ситуацию, когда у тебя в доме на Союзе печатников было заложено много-много мешков гексогеном, и дом был взорван. Теперь представьте себе, что там в подвале будет стоять чрезвычайно маленькое устройство, и в каждом районе это Москвы это будет происходить, и они все взорвутся в одно и то же самое время. И даже вполне возможно, что можно использовать людей вслепую, то есть какие-то люди будут за небольшие деньги эти устройства как бы сами собирать, не понимая, что они делают, безусловно. Но для этого очень просто, например, брать на работу в качестве вот таких людей, скажем, мастеров спорта по художественной гимнастике или по дзюдо. И они первый раз устроятся, получат деньги, второй раз соберут, получат деньги, а потом еще какие-то компоненты им притащат. А эти компоненты в горячей воде греются. Ты в воду положишь, а они все равно горячие. Вот те удивятся и снова соберут. И все, и нету любого города в Москве или что-либо еще. То есть способности для терроризма, для маленьких групп, они возникают удивительные. То есть какая-нибудь страна, несколько тысяч человек, а еще в сотню тысяч человек или в миллион, она может легко обладать ядерным потенциалом, сравнимым с любой из великих держав. И таких групп будет очень много. То есть сплоченная группировка, как я повторяю, снайпер, пулеметчик и автоматчик, то есть физик, химик и биолог, они могут обладать очень запросто некоторыми возможностями, которые сравнимы, ну вот опять, с США или с Россией. Это может быть показаться очень странным и глупым, и говорить, ну что тут всякие нам сказки рассказываешь, ты всякой фигней так интересуешься. Ну вот, например, интересуешься даже вот этим гомосексуализмом у Бобы Холуши, гомосексуальным поведением. А ты вот нам про это. Ну, и любой может достать из кармана смартфон и посмотреть на него, и понять, что вычислительная мощность смартфона, который сейчас находится,
он превосходит в миллионы раз всю совокупную вычислительную мощность, которая была на конец Второй мировой войны. Ну просто, это то, что лежит у каждого в кармане. Точно так же для каждого будет доступна в перспективе вот эта технология, то есть обладание таким энергетическим потенциалом, который превосходит, ну вот для один человек, всю энергетический потенциал, который превосходит вся планета Земля. И к этому вопросу надо отнестись серьезно. Вот то, что я сейчас говорю, можно считать тем же самым письмом Флёрова, значит, к товарищу Сталину. Я вот точно так же обращаюсь. Появилась принципиально иная технология, которая перевернет весь мир. Другие отношения. Одно дело, когда работали массовые армии, появилась демократия. Демократия приняла совсем другой характер, когда появилось ядерное оружие. Когда появилось ядерное оружие, стало невозможным и настоящая полномасштабная война, ну теоретически. Но сейчас появится совсем другая. То есть у тебя окажется, что определенная группа людей в состоянии шантажировать, управлять и быть равным по боевой мощи мощнейшим армиям. Какова цена армата, всего прочего, борьбы с международным терроризмом. Теоретически у тебя плутоневая бомба может прилететь в беспилотники. Тем более, что благодаря подобного рода источникам энергии этот беспилотник может летать практически вечности, то есть годами. Ты вставляешь подобного рода батарейку, и он полетел. Он не засекается для радаров, он летит на невысокой, большой высоте, он летит с очень маленькой скорости и так далее. Он может прилететь куда угодно, может прилететь в Тихий океан. Ты его можешь просто отправить по почте, привезти и собрать непосредственно в США или в другой самой стране. То есть это мир, который чрезвычайно и быстро изменится. Удастся его удержать от подобного рода прогресса, это совершенно непонятно. Вот. Ну, как герой из братьев Стругацких говорит, что если где-то запахло серой, то мы просто обязаны предупредить людей о том, что где-то появился дьявол. Так тут даже не серой пахнет, то есть уже речь совсем идет иначе. Это вот особенности технологические. Удержать не удастся. То, что сделали два талантливых человека, и то, что давно является в открытой печати, то есть трансмутации химических элементов с помощью бактерий, уже зная, что эта вещь возможна, могут повторить сотни, тысячи или группы исследователей по всему миру. Кто будет их спонсором, непонятно. Ливийские повстанцы, подзаработавшие немножко денег, ИГИЛ и так далее, и так далее. Вот прямо сейчас, в момент, который я вам рассказываю, висит на сайте ПРОАТОМ цитата из недавнего выступления депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича. У них тут почему-то то Гроссман, то Порошенко, то Рабинович. Очень, очень этнические, однородные депутаты возникают, руководство. И он говорит простую, значит, вещь. Что на сегодняшний день страны, подписавшие Будапештскую хартию, то есть Будапештский договор, выступающие за защиту Украины, со своими обязательствами не справились. Поэтому мы, говорит он, должны поставить вопрос о обладании Украины ядерным оружием. Так вот, сделают как нефиг сделать. Вот именно вот такое вот ядерное оружие по этой технологии сделают. Тем более, что значительная часть российских физиков до сих пор работает там, в университетах, тот же Высоцкий и так далее, и так далее. Они из немногих, которые официально в Харьковском физтехе исследования по холодному ядерному синтезу финансируют, только из их скромных свойств. Вот такова новая реальность. Поэтому как бы, если думают, что все сведется к батарейкам для смартфонов, то это не так. Это все сведется к принципиально иным способом существования человека, новые способы управления, то есть тот же международный самый терроризм, он перестанет быть из некоторой медийной игрушки. Ну там, взорвали 200 человек, что же такое 200 человек у нас, 30 тысяч в год на дорогах гибнет. И это освещает в средствах массовой информации. Он реально станет настоящим оружием. То есть можно не просто пострелять по Парижу, а можно будет уничтожить весь Париж. Можно не просто взорвать метро-бомбу в Лондоне, а уничтожить весь Лондон с окрестными
но с соответственными городками и деревнями. Это, и это все будет сделать запросто. И это некий принципиальный иной вызов для всего человечества. Я повторяю еще раз, что ситуация по сдерживанию на сегодняшний день распространения технологий уже больше не работает. В этой ситуации надо как-то будет жить. У нас особенно важно. И вообще говоря, в закромах у Родины, то есть у России, вот российских химий, я могу сказать, что еще многое существует, чего интересного. Я обязательно этому посвящу свое следующее выступление. Ну, такая. Сдерживается это, в общем-то, одним это хроническим безденежьем российской науки. Вот такими вещами только пока что сдерживается. Но в конце концов будут проведены очередные конференции в Швейцарии. И все вот это выползет на свет Божий. И никому мало не покажется. Спасибо за внимание. До свидания.